Традиция подводить итоги по своей популярности может сравниться только с традицией украшать елку. Список достижений помогает структурировать все произошедшее за последние 12 месяцев, однако этот формат подходит далеко не всем. Подведение итогов может напомнить о неудачах, тяжелых событиях, нереализованных планах. К тому же, чужие итоги обычно вызывают лишь зависть и неудовлетворение. Как с этим справиться? Отпишитесь на время от людей, которые публикуют свои итоги, или скройте их записи. Таким образом, вам не придется испытывать свою волю каждый раз, когда подобный пост появляется в ленте. Помните, что жизнь не делится на отрезки. Нет единственного верного списка вещей, которые нужно выполнить за определенный период времени. Чувствуете упадок сил перед Новым годом? Обратитесь в Ясно.